до сих пор люди часто путают и не знают, в каких случаях, в какое ведомство им обращаться. Бывает, что, наверное, и вопросы прокуратуры и полиции поступают именно к вам. Вот давайте с самого начала для всех телезрителей и поподробнее о том, чем все-таки занимаются именно специалисты Следственного комитета. Ну, Следственный комитет, он был создан для того, чтобы расследовать преступления тяжкие, особо тяжкие. То есть последствия следователи Следственного комитета относятся такие преступления, как убийство, неосторожное причинение вреда здоровью, повлекшего смерть, преступления в отношении половой неприкосновенности, захват заложников, терроризм, значит, и также преступления, отнесенные к категории небольшой и средней тяжести, то есть это незаконное проникновение в жилое помещение, выполнение работ горных, строительных или оказание услуг ненадлежащего качества. Значит, также следователи Следственного комитета расследуют преступления в отношении так называемых специальных субъектов, то есть это депутаты, угу, помощники депутатов различных уровней, значит, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов любого ведомства. Когда дело касается государственных служащих, да, чиновников. Да, да, то есть это все наша компетенция, это отнесено к предмету расследования наших следователей. Как человеку прийти к выводу? Вот, ну, он видит, что вроде как совершается какое-то преступление, получается, он должен оценить его масштабы, да, или предположить, или все-таки он может обратиться, допустим, к вам, и вы сами там как-то переквалифицируете или перенаправите, что-то подскажете. Потому что я понимаю, что мы все смотрим, да, различные фильмы, сериалы, да и просто новости, и, возможно, часто заблуждаемся. Нам кажется, что в полиции ведь тоже какие-то следственные действия проводят. А это, оказывается, вот уже должно уходить к вам. Вот как все-таки сориентироваться и поможете ли вы человеку определиться? Ну, я думаю, что определяться, наверное, не стоит, не нужно какой-то юридической грамотности обладать. Мы принимаем все обращения, то есть по законодательству любой государственный орган, куда бы ни поступило обращение, даже если это не относится к компетенции его, он обязан его зарегистрировать и в 7-дневный срок направить в тот орган, который может принять решение по нему. Вот. Но сейчас у нас правовая грамотность возрастает у людей, поэтому прежде чем обращаться, они, ну, изучают информацию. Я думаю, что из открытых источников, СМИ, интернет и так далее, слышат о том, чем занимаются следователи Следственного комитета. И у нас, я могу сказать, что можно проследить рост именно обращений, которые мы рассматриваем по существу. Угу. Вот. Но в любом случае, я уже сказал, что наша категория преступлений — это тяжкие и особо тяжкие преступления. Угу.